Итак, играем в замечательную игру Beholder, друзья. Это 21-я часть. Я немножечко назад откатился до того, как я на него шантажное письмо составил, потому что выходил из игры, загрузился, ну и у нас задание преступления и наказания. Так, нам надо максимально собрать о нем перед тем, как мы его сдадим, сведения. Вот сейчас наша собранная информация такова. Но это не все, что мы можем собрать о Якове. Так что... будем собирать. Да, и камеру бы поставить надо будет. Куда это он, интересно, болтать по телефону? Так, и снова наркотики. Окей, тогда пока он занимается этим, мы напишем шантажное письмо. То самое, которое мы уже писали. Яков. Второй. 41-ю от второго. Так, он об этом думает. Сразу идет ложить нам 1000. Это хорошо. Мы сейчас и еще квартирку его прошлись по шерсти. Может, там будет что-то интересное для нас. О, заметьте, он... решает бухнуть после шантажа, так сказать, успокоиться. Мы за этим наблюдаем и узнаем, что он употребляет алкоголь. Он, кстати, еще и курит. Это тоже надо узнать. Так, эти наркотики уже пойдут для рапорта. Ну, торговец, может быть, сейчас уйдет. Вот, мы узнаем, что он курит. Остается еще одна улика в его доме. Я вам сейчас покажу. Отходи. Так. Пора бы тебе пойти уже набить свое тощее брюхо. Новая директива. А он спать. Ну ладно. Если он спать, то... всех у нас все написано. Я не пишу на него пока характеристику, потому что, друзья, сразу все укажу. Ждем, пока он проснется. Так, счетов пока никаких. О, отлично. Уходит в столовку. Давай. Музыка. Вот, мы узнаем еще кое-что о нем. Это последняя в характеристику пойдет деталь. Так, ну еще может что-нибудь стащим. Карты кости. Я не знаю, сколько это может стоить. Книга нормально будет стоить про вождя. Так что возьму, пожалуй, я эти часы. Все, теперь в первую очередь мы пишем на него рапорт, чтобы все успеть.
Так, а теперь, пока полиция едет, занимаемся характеристикой. Классно, что у нас удалось собрать все данные. 875 нам за это отстегивают. Камеру, друзья. И модель корабля я тоже успеваю. Так, а там этот роман. Роман я смотрел. Смотрел. Остановим. Посмотрим на директивы. Запрещено хранение книг Пола Уильямса. Что-то я не припомню такую директиву. В том прохождении, может быть, меняются, или я совсем был внимателен. Так, ну вот книгу за 500 отлично, немножко распродаемся. Отремонтируйте квартиру номер 2. Сейчас отремонтируем. Так, дается еще время. Ну, тогда мы будем расходовать его для того, чтобы получить еще информацию о жильцах. Или же все будем делать сразу. Квартира отремонтирована. Наверное, нужно об этом сообщить. О, он хочет выпить. Кто это? Он хочет выпить, а мы этого еще не засекли. Сейчас засечем. Дома будешь пить, да? Нет, не дома. Есть. Еще одну узнаем деталь. Газированную воду директиву помню. Так, ладно. Счетов нет. Тут характеристика дополнена. Необходимо отремонтировать квартиру и заселить квартиру номер 2. Вот. Заселить Алозия Шпака и Джонса Папанеда. Давайте в этот раз Алозия заселим во вторую. Так, ну и сразу отремонтируем четвертую. Туда заселим Джонса. Все. Больше желающих вроде заселиться нет. Хватит по телефону там бубнить. Давай знакомиться.
А, нет, я слышу ваше имя впервые. Не может быть, вы, наверное, недавно приехали. А чем вы знамениты? О, не дело себя нахваливать, я просто выполнял свой долг. Если будут какие-то проблемы, обращайтесь. Да что вы, какие у меня могут быть проблемы? Так, мелочи, у вас столько дел. Ох, и не спрашивайте, ношусь как белка в колесе, от пациентов нет отбоя. Вы доктор? Самый настоящий, не сомневайтесь, вылечу даже здорового, я бы сказал, особенно здорового. А образование у вас есть? Обижаете, я всю жизнь посвятил лечению детей. Людей. Ваши сомнения меня ранят в самое сердце. Извините, работа нервная. Голубчик, разве так можно? Вот вам проверенное средство для расслабления. Только соблюдайте меру. Так, получаем бутылку алкоголя. И теперь ты. Так, он пока стиркой займется. Мы сейчас с вами попытаемся у него все обыскать. Это все. Так что идем сюда. Я помню правила, обыскивать надо отсюда. Конфета нам пригодится, я помню тоже это. Так, так. Модель корабля там, по-моему, можно было как-то... Или то, что доктор в квартире с одной камерой, это, конечно, не очень. Так, не знаю, повезет ли мне сейчас стащить. Но теннисный набор я никогда не продавал. Интересно, за сколько он пойдет. Доктор, доктор, доктор. Ага. Здравствуйте, доктор. Пока вы покурите, я здесь осмотрюсь маленечко. Ну, совсем чуть-чуть. Все. Ну ладно. Да как что делаю? Порядок же навожу. После того наркомана здесь надо все в порядок привести. Сейчас мы с вами узнаем, сколько же стоит теннисный набор. 215, нормально. Очень даже. Так. Характеристику на доктора. Хотя пока боцман на работе, сюда нужно. Качество.
Ром. Редчайшее в наше время пойло. Надо запомнить, что оно у него здесь в кресле. Ну, на всякий. Так, а это скоро пластинка станет вне закона. Тоже запомним это. Вот он идет уже после работы с каким-то предложением. Джинсы у него тоже. Домой идешь? Ну давай, давай, давай. Вот, теперь поговорим о твоем задании. Да, выгодное предложение. Договоримся. А, отлично. Отлично. Помним мы это задание с вами, друзья. С консервами ужасного качества. Ну, во-первых, две характеристики. Алозий у нас живет пока один в квартире номер два. По профессии доктор. И на боцмана что у нас есть? Отправляем. Так, это у нас получается... О, джинсы, отлично. 44 от 4. А пока он этим занимается, мы найдем джинсы. Попадаюсь я. Надо откупаться. Ну, заплатим здесь 500. К сожалению, не получается сейчас, друзья. Ну ладно. Подождем, тут уходит. Так, Алоди тоже хочет что-то. Одиночество Алозия. Ну, мы помним это задание, но в этот раз это будет не Клара. Часов на одиночество Алозия. Так. Да нет, дед, ты мне не нужен. Мне нужна твоя жена. Где она, кстати? Вот она, отлично. Так, смотрите. Давайте про консервы сначала. Нужны импортные консервы, качественные, вкусные. 50 банок за 4000. Ох, нужны. Наши-то совсем никуда не годятся. Одни кости да вода. В нашей столовой их с руками оторвут. Это на 30 супов хватит. А если еще и середки добавить, то на все 60. Голубчик, ты вовремя. У нас совсем плохо с продуктами. Ты давай консервы, а я денег возьму у начальства и тебе принесу. А как мне дать консервы?
Так. Как консервы? Когда деньги будут? Подожди, сначала начальство со мной рассчитается, пока еще не вскрывали банки. Будет у нас скоро в столовой рыбный день, наварю ухи. Дед мой тебе денег принесет, не переживай. Нет ли у вас на примете достойной девушки для Алозия Шпака? Так у меня племянница на выданье. Умница, красавица, прямо как я в молодости. Правда, живет не в нашем городе, но я могу отправить ей телеграмму, чтобы в гости наведалась. Пусть приходит, я его с ней познакомлю. Так. Хорошо. Хорошо. Обращайтесь, если будут какие-то проблемы, друзья. Ну, а у вас, если какие-то проблемы, приходите на Virtuosilla Game World. Здесь все проблемы забываются моментально. И мы с вами погружаемся в мир, интересный мир 100% прохождений. Вот так вот я, думаю, сейчас завершу эту часть. Только джинсики у него найду, отмечу и сворую. А теперь быстро подложим их сюда. Так. Вот так носят джинсы. Значит, будут отвечать. В следующей части увидим, как это будет.